Утром в Апатитах случилось страшное ДТП. Автомобиль «Рено» сбил человека и протащил его несколько сотен метров. Водитель сам позвонил в полицию и заявил, что обнаружил под своим внедорожником пешехода. На место происшествия съехались тревожные службы, но потерпевший мужчина был уже мертв. Сотрудники МЧС извлекли тело из-под транспортного средства. Очевидцы говорят, что ДТП произошло в то самое время, когда уличное освещение уже отключили, а в городе еще не рассвело. Скорее всего, водитель просто не заметил пешехода. По словам свидетелей происшествия, владелец «Рено» был трезв. Что касается погибшего, наличие или отсутствие алкоголя в его крови определит экспертиза.